Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем замечательном третьем зомби-сервачке под названием «Сожри меня полностью зомби 3». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Перед началом ролика, друзья мои, всех хотел бы поздравить с первыми днями весны, так сказать, лета. Пожелать вам хорошего лета, всего-всего, только самого наилучшего, чтобы это лето прям длилось очень-очень медленно, чтобы все отдохнули и так далее. Вот, играем на «Сожри меня полностью зомби 3», повыживаем, поиграем, посмотрим. Давненько видеороликов не было по данному сервачку, вот буду возобновлять. Летом будем каждый день играть здесь, поэтому жду вас всех. Онлайн довольно-таки неплохой, человек 15 точно играет, поэтому буду рад каждому, кто зайдет и будет играть вместе со мной. В общем, давайте, давно сервачок не показывал, кстати, вот подарочек упал. Вот подарки здесь выглядят таким образом. Здесь могут упасть амапаки, донат рубли и кибермонеты. Вот, сейчас амапаки нам выпали, окей. Меню випа, здесь паутинку можем, золотые пушки вот такие брать, получается, золотыми пулями стреляют. Дальше, получается, в менюшке випа мы можем брать паки, броню жизни и 3D-дамагер. Получается, 3D-дамагер, это вот как на остальных всех сервачках, вот такая вот фича, можете менять. Так, пареньку пушку нужно будет дать какой-нибудь. Менюшка админа, здесь все понятно, тоже пустить хаос, сделать дьяволом, выжившим и так далее. Дальше, менюшка босса, паутинка уже доступна, вот можем включать тоже паки, броня жизни, босс-оружейка, ближний бой и дальний бой, плазмоган и рок-бёрд, это, короче, вот такая вот штучка прикольная. Так, то есть подходим к зомбакам и вот так вот дамажит прям. То есть сервачок этот по сравнению с «Сожри меня полностью зомби 1 и 2 более-менее балансный в плане того, что здесь мало у кого есть привилегии, поэтому... Вот, как-то так. Давайте пареньку сбросим пушку. Возможно, он увидит, ее не увидит. Но это на ближних дистанциях. Нужно с этой пушкой играть. Дальше, мишка эпика. Здесь взять джетпак вот таким вот образом выглядит. Вот такой вот красивый джетпак. Пускай паренек побегает с ним. Вот так вот выглядит прикольненько. Вот, вот, посмотрите. Братишка, возьми джетпак, пожалуйста. Одень его. Я хочу просто посмотреть, как с джетпаком. О, сундучок, ладно. Возьми нож в руки, братан. Короче, ладно. Паки, броня жизни, донат рубли, кстати, уже есть. Граб можем включать, вот такой вот. Здесь граб, кстати, обезоружить, закопать, откопать, притянуть. Можем, короче, все что угодно делать с грабом. Дальше, менюшка эпика, здесь DL и электрон. Короче, вот такие пушки. Вот такой пистолетик прикольненький. Здесь, кстати, тоже карты с боссом есть. Так, сколько у нас? 762 из 1000, ну сегодня уже не будет, завтра, как, кстати, да, сегодня 02 число, завтра в понедельник, то есть уже сегодня для вас выйдет видеоролик, и сегодня на «Сожри меня полностью зомби 3» будет карта с боссом, вот, останется собрать всего лишь сколько, 250 осколков, и все, карта с боссом будет запущена, пацаны, поэтому дерзайте, заходите, будем играть вместе, тоже видеоролик сниму на карте с боссом. Так, дальше, что у нас, менюшка ультры, стрельба без задачи, паки, броня жизни, донат рубли, ау гвардиан, вот АВПшка, хайперпис, плазмоган есть, игнат миниган, ау, это что у нас, я забыл, как он стреляет, здесь второй режимчик должен быть какой-то, рыцари вроде бы, да, насколько я помню. Я просто забыл уже. О, пацаны, так, кто-то с привилегии зашел? Или это с моей пушки, то есть, что я дал? Вот это вот выстрелили. А, владелец зашел, тормоз. А, тормоз 002 выдал. Да, владелец зашел. Так, ЕВП-шка вот такая вот есть, как ЕВП-шка Драгонлора, ЕВП-шка Азимов и так далее. Вот, кстати, здесь тоже у пареньков скины есть, прикольно. То есть, ну, онлайн довольно-таки неплохой, здесь постоянно играем, с пацанами выживаем. Сервачок реально балансный, вот, мало привилегий, поэтому у кого будет желание, цены на привилегии покажу в конце видеоролика. Пока что все привилегии покажу, потому что давненько не делали обзорчик данного сервачка. Дальше, менюшка Deluxe, это бесконечные патроны, паки, броня жизни, донат рубли. Кстати, вот эти вот мины же есть, пацаны, кто помнит их, вот так вот можете ставить их, и зомбаки сейчас взорвутся. Вот таким вот образом сразу минус 3 практически дали. Опа, дайте попасть по зомбаку, ПЖ, 3000. А лишь ел, пацаны, просто косой, просто такой косой. Ладно, так, по классам зомби здесь давайте возьмем гемревинанта микроба. Это инопланетный шар для спонсоров. Вот, все, если что, мало ли нас сейчас зомбаком превратят. Давайте запрыгиваем сюда.
Будем сейчас фармиться. Так, АВПшку пока что выброшу, она мне не нужна. В принципе, мне нравятся, кстати, ножи. Потом покажу вам. Или сейчас можем показать какой-нибудь другой нож. Я, то есть вот этот нож вот так стреляет акулой, то есть зомбаков вот подрывают. Видите, прям паки сразу же сходу добавляются. Это Darkness был 6-й для владельцев. Дальше меч проклятия для спонсора выглядит вот таким образом. Переливается. Здесь прям салюты вот такие. Смотрите, сколько паков там добавляется. 18, 20, 16. Еще один раз выстрелить, и все, мы прям всех этих зомбаков завалим. Очень имбовый нож. Так, дальше что у нас, на чем мы остановились? Менюшка делюкса. Вот, кстати, вот эти вот мины, 5 мин за раунд можно брать, и они вот прям взрывают. Вот так еще шар пускаем, все, смотрите, всех подряд вот так вот мочим. Ну, имба на самом деле. И Holy Petrol Boomer, это вот эта вот пушка, кто помнит ее, пацаны, она замораживающая вот такая, стреляет очень имбовыми пулями такими, то есть сразу с перезарядочкой вот так, для баланса специально сделано, но радиус и урон очень большой, то есть в кучку зомбаков сможете стрелять только так и делать киллы на раз два. Так, давайте пареньку дадим, пускай паренек вот поиграет. Вот, смотрите, такой довольный паренек сейчас будет, спасибо. Окей, так, давайте мину еще одну возьму, я хочу бросить ее куда-нибудь туда, возможно, там зомбаки. Вот нам дается вот такой вот пульт. Для активации данного пульта мы нажимаем на правую кнопку мыши, и все, и мины взрываются вот таким вот чудесным образом. Дальше, получается, менюшка Deluxe показал, менюшка создателя, здесь установить электросеть можем, то есть это электросети, это вот такие вот сеточки, вот, и зомбаки, когда становятся на них, получают такой нехилый урон, смотрите, просто вот так вот на раз-два. Их стопит, во-первых, во-вторых, урон. Дальше вот менюшка создателя, можем выдать джетпак, паутинку, АВП-шку, хайперпис, плазмоган, давайте Нику вот выдадим. Нику, опа, все, у него АВП-шка это появилась, он сейчас по 1000, ой, по 10 тысяч хп вот так сможет делать. Вот, кстати, вот этот сундучок уже с донат рублями был. И еще здесь падают сундучки с кибермонетами. Вот, дальше джетпак, стрельба без задачи, бесконечные патроны можем выдавать, паки можем выдавать любому игроку, донат рубли и так далее. То есть, ну, создатель полноценный по одному разу за раунд. То есть в следующем раунде сможем опять выдать. Вот. Такая фича, короче, М4, да, 6 тысяч у нас. А, кстати, рулетка на донат рублей здесь есть. Вот таким вот образом она выглядит. То есть 100 донат рублей стоит прокрутка рулетки. Вам может выпасть от 1 донат рубля до 100 тысяч или до миллиона. Что-то такое, я точно не помню, пацаны. Вот, окей, ну будем сейчас крутить параллельно. 32 донат рубля, да, я прям забыл про нее, в азарт вошел. Дальше, менюшка владельца, это выдать привилегию, к примеру, эпика, игроку ник, вот так тоже выдадим. После, ну, в следующем раунде она появится у него. Далее, что мы еще можем здесь, менюшки владельца? Ну, привилегию, одну привилегию раз за раунд тоже можете давать, сбросить новогодний ящик, ну, это как золотой ящик. Дальше, менюшка владельца, выдать буст-комплект. Так, буст комплект. Вот, кстати, золотой ящик, 100 донат рублей дает. Святую гранату, дьявольскую гранату. Это понятная граната, которая вот притягивает зомбаков, убивает. М3 азиаточка и лазер шторм. Лазер шторм, кстати, пацаны, кто помнит вот эту пушку, прям очень имбовая. На правую кнопку мыши вот такой шар создает и зомбаков просто в радиусе разваливает на раз-два. Энергия на правую кнопку вот внизу копится, и потом вот так вот этим шаром можем двигать по всем зомбакам и убивать их. Ну, я считаю, имба лютая. То есть выживать, играть здесь прям интересно. Мы сейчас топ здесь фиксим. Я буду продолжать снимать здесь рубрику «Путь к топу 1». То есть я сейчас занимаю 46 место. Мне нужно будет на первое место. Вот, сами на первом месте. Поэтому как-то так. Вот, этих двух завалились. На спавне можем еще побегать, посмотреть. Вот, да, зомбаки стоят. Мы просто вот этим вторым режимчиком бац-бац-бац-бац-бац. То есть на расстоянии даже можем делать и мочить всех подряд вот такими вот приколюхами. Так, этот салют пускает, меч, вот такие вот салютики прикольные, вот, тоже все понятно. Менюшки владельца вроде бы все показал, да, дальше менюшка спонсора идет, это взять буст комплект, это 100 тысяч паков и 100 донат рублей, каждый раунд сможете брать комплект улучшения хук плюс граб, улучшение оружия, защита от инфекции тревенантов, меню транспорта и выдавать, здесь, кстати, танки есть, можете выдавать танки. Вот, окей. Давайте, короче, выстреливаем, пробиваем нашу дырочку и делаем массовое заражение. Я становлюсь зомбаком. Сразу же... А, нет, не я.
Не я. Все, заразились, становимся человечком. Берем, сказать, какой нож? Фетус. Я вот вам фетус не показывал для создателей. Выглядит таким образом. Так, что он делает, я не помню. Тут нужно к зомбакам, наверное, подойти. Или е... Я не... Ой, у нас брони нету. М2, 4. Так, М6, 9. Буст комплект, все, взяли. Так, а подождите, СТП, что этот нож дает? Пацаны, мне прям, я забыл. Он коконы вроде бы должен создавать, насколько я помню. Только я не помню, как это сделать. На как там какую, какие-то нажатия клавиш должны быть. Только я не помню, какие. Е, что-то у меня не работает. Короче, ну-ка, способ... А вот, пацаны, все, я понял, короче. Нам нужно напротив зомбаков нажать, и получаются коконы такие, как замораживающие стопы всех зомбаков. Так, менюшка спонсора здесь еще показал. Quantum Horizont и бункер Buster LTD. Кстати, вот, Фортуна. Получается, игрок тоже донатер. Это у него какая привилегия? Создатель, да? Создатель, да, все правильно, создатель. То я что-то тупанул. Так, я хочу еще раз способность вот показать. Вот такая способность, и урон прям колбасит зомбаков всех подряд. Видите, пацаны, имба. Quantum Horizont и лазерка здесь. Quantum Horizont давайте вот себе выдадим. Это вот такие вот бластер-шары. То есть, ну, с ними тоже на расстоянии желательно вот так вот играть, выживать, прям стрелять. И второй режимчик здесь выглядит вот таким вот образом. Просто летаете, и молниями он по всем зомбакам вот так вот фигачит. Так, нам питомец так-то нужен. Покупка питомцев, чтобы... А, у меня донат рублей здесь нету. Я понял, надо копить донат рубли, пацаны. Давайте, что мы сделаем? М4, рулетку покрутим на донат рубли. Нам же нужны донат рубли, правильно? Правильно, вот давайте соберем донат рубли здесь. Плюс 4 донат рубля, отлично. Сколько у нас уже? 37 киллов, нормально так. Ой-ой-ой-ой, все, нам ГГ, да? Не, повезло, отлично. Сколько нам в рулетке? 47 донат рублей выпало. Но пока что мы в минус уходим. Так, самое интересное в менюшке спонсора, это менюшка транспорта. Здесь, что мы можем делать, получается, штормцикл аэромобиль, это на сайте продается. И танк ВВ, он прям входит в привилегию, выглядит танк вот таким вот образом. Выпускают вот такие вот ракеты, которые прям добавляют нехилое количество мапаков, киллов нам. Поэтому имба, прям можем тоже стоять на спавне, где-то кататься и выживать. То есть этот транспорт на первом и втором зомби-сервачке, это ховерцикл. Ховерцикл вроде бы, да. Здесь такой вот танк вам будет доступен совершенно бесплатно в менюшке спонсора. То есть навсегда он у вас будет. Вот, тоже фича очень имбовая. Киллы только так вот делаются. Тоже в кучке зомбаков выделяться сможете. Вот просто представьте, вы купили там максимальную привилегию, вот так вот, и катаетесь, бегаете, играете. Ну, имба. Смотрите, сколько подарков мы уже засейвили. Прям имба. Давайте залетим сюда, поставим наш танк здесь, чтобы никто не трогал его. Так, и что еще? Давайте. Опа. Так, нам нужно напротив зомбаков. Напротив зомбаков. Ну, и чё ты не активируешься? Так, донат рубли собрали мы. Окей. Ну, чё-то... Я не понимаю, пацаны, как точно там делать. Нужно на сайте прочитать. Давайте пока что рулетку крутанём здесь. Прям азартный. Азартный Рамзес, да? Окей. И нож сразу посмотрим, какой-нибудь другой возьмем. 7 секунд нужно ждать КДшка, блин. Вот, давайте пока что цены на привилегии покажу. Випка всего лишь 50 рублей, на 2 месяца 75, навсегда 100 рублей. Админка 125, 200, 250, босс 250, 400, 500, эпик 500, 800, 1000, ультра на месяц 1000, на 2, 1500, навсегда 2000, делюкс 2, 3, 4, создатель 3, 500, 5, 7, владелец 7, 9, 12, и спонсор с максимальными там доступом, с транспортами 10, 15 и 20, пацаны. То есть все, выше спонсора здесь привилегий не будет. Самый максимальный — это спонсор. Поэтому, у кого будет желание, заходите на сайт kiberrent.com, выбирайте любую привилегию от випа до спонсора, выбирайте сердце жреме полностью зомби 3, придумывайте ник с паролем и оплачивайте любым удобным для вас способом. У кого будут проблемы с оплатой, пишите мне ВК, я вам помогу и объясню все.
также, кто уже, допустим, купил привилегию там Эпика, хочет купить себе Делюкса, у вас привилегия Эпик будет отниматься стоимость. То есть вы заплатите не 4000, а 4 минус 1000, всего лишь 3000. И потом с Делюкса, к примеру, до создателя не 7000, а всего лишь 3. И аналогично там до конца с другими привилегиями. Так, просто по таймингам, пацаны, мы убежали. Вот. Поэтому, у кого будет желание, братишки, жду вас всех на сервачке. Игроков здесь много очень, поэтому будем играть, будем выживать. Вот. Вот тоже с привилегиями принёк скин себе уже выбил. Тут, кстати, скин. Кстати, какой у нас скин здесь? У нас желтый такой спонсор. Вот. Поэтому, у кого будет желание, заходите, играйте. Конечно же, кто хочет покупать привилегии. Еще раз поздравляю всем с первыми днями лета. Хотел сказать опять весны. Вот, с первыми днями зимы поздравляю, пацаны, поэтому, вот, всем новогоднего настроения, всем удачки, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Все ссылочки на сервачок в описании.